Пентагон назвал Россию одной из главных угроз для национальной безопасности США. Министр обороны Эштон Картер, выступая на заседании экономического клуба в Вашингтоне, поставил политику Москвы в Европе в один ряд с ядерной угрозой Северной Кореи, растущим влиянием Китая и действиями, запрещенной во многих странах, и в России в том числе, группировки Исламского государства. По сути, действиями Москвы Картер объяснил предложение Пентагона в разы увеличить военные расходы США в Европе на поддержку стран НАТО. Мы укрепляем свое положение в Европе, чтобы поддержать там наших союзников по НАТО. Перед лицом российской агрессии мы в 4 раза увеличиваем бюджет до 3 400 000 000 долларов. Эти деньги пойдут на усиленную ротацию войск США в Европе, совместные учения, вооружения и улучшение инфраструктуры.